Библейский портал экзегет.ру представляет. 139-й псалом. Я читаю перевод Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот, 138-й был такой глубокий, искренний. Господи, ты знаешь меня лучше, чем знаю я сам. Ты с момента моего зачатия был со мной. Найди, куда меня направить. Определи сам. 139-й более простой. Вот все-таки он очень похож на те псалмы, которые были в начале книги. Он и надписание такое носит начальнику хора псалом Давида, тоже вот как будто оттуда. И, может быть, он даже специально сюда поставлен, чтобы 138-й, невероятно высокий и глубокий, одновременно вот не создало у нас впечатление, что все проблемы псалмопевца решены. Нет, они у него остались. 139-й нам об этом напомнит. Начальнику хора псалом Давида. Спаси меня, Господь, от злых людей, от насильников меня избавь. Они зло замышляют в сердце, во вражде проводят всю жизнь. Отточили свой язык, как змеиное жало, яд аспида на губах у них. Музыка. Сохрани меня, Господь, от злодеев, от насильников избавь. Они хотят сбить меня с ног. Они надменные ставят капкан на меня. Злодеи сеть разложили у дороги, на меня ловушки расставили. Музыка. Говорю Господу, ты мой Бог. Услышь, Господи, мою мольбу. Господи, Господи, меня спасет твоя сила. Ты защищаешь голову мою в день битвы. Господь, не дай, чтобы сбылся умысел злодея, его планом свершиться не дай. Музыка. Окружили меня, глядят свысока. Пусть коварство их поглотит их самих. Горящие угли допадут на них. Пусть бросят их в яму, и впредь не встанут они. Не устоит клеветник на земле? Зло преследует самого насильника и губит его. Знаю, что Господь совершит суд, что он вступится за обездоленных, прославит праведники имя Твое, кто честен, будет жить пред лицом Твоим. Все очень похоже на псалмы изначально, даже вот эти добавки музыка или села на древнееврейском языке, которые мы не знаем, как переводить вот здесь переводчик Михаил Селезнев говорит слово «музыка», потому что, ну, что-то там такое было, вот, наверное, перерыв в пении, какая-то, может быть, мелодия звучала. И все остальное вроде бы очень похоже. Злые люди нападают, во вражде проводят свою жизнь, у них змеиные жалы, я таспед, вот такие они ужасные. Избавь меня от них, Господи, услышь меня, помоги мне, не дай, чтобы сбылся умысел злодея. Все очень похоже. А вот дальше начинается немножко необычное. Вот у нас все-таки ближе к концу псалтири какой-то духовный рост произошел с псалмопевцем. Я понимаю, что псалмы не писались вот сначала первый, потом второй, потом там, по порядку до да, 150 -го. Нет, конечно. Но они собраны вот не случайным образом. Здесь есть некое развитие. И если вначале это в основном крик о помощи или благодарность за нее, то вот здесь уже размышление о природе зла. Да, псалмопевец здесь желает зла своим обидчикам Окружили меня, пусть коварство их поглотит их самих Горящие угли допадут на них, бросят их в яму и впредь не встанут они Ну, во-первых, можно сказать, что горящие угли это не только физический образ и, Конечно, когда посыпают себя горящими углями, это страшная пытка Но это еще и такой признак раскаяния, вот такая метафора раскаяния Человек посыпает голову пеплом, это такой жест был раскаяния в древнем Израиля, вообще на Древнем Ближнем Востоке. Ну, а если он еще и горящие угли, то это вот раскаяние в особом масштабе. Но э, еще обратим внимание, коварство их уст поглотит их самих. И дальше он повторяет эту мысль, зло преследует самого насильника и губит его. Что нужно делать со злыми людьми? Нет, конечно, надо их всех убить. Должны все добрые собраться и убить всех злых. Это частый ответ. Как правило, он приводит только к умножению зла, потому что вместе со злыми убивают и некоторое количество добрых. А главное, что люди обычно все-таки ну, не черно-белые, да, одни черные, другие белые. Они сложные. И легко объявить любого человека злым и начать его убивать по этому обстоятельству. Но э, здесь, смотрите, зло само догоняет того, кто его творит. Да? Еще раз, зло преследует самого насильника и губит его. То есть, и дальше, знаю, что Господь совершит суд. Получается, что не мы такие паладины, воины добра и света, идем с оружием и убиваем всех плохих. А Господь совершает суд, причем хорошо мы Господа представляем себе в виде такого мстителя, который идет с оружием и убивает всех плохих. Тоже как-то не очень, правда? Зло их догоняет, то есть Господь позволяет этому злу свершиться. Его суд заключается в том, что он, грубо говоря бросает человека в яму, которую тот сам выкопал. Это из Библии, хотя не отсюда. Да? И позволяет этому злу победить того, кто это зло творит. Вот это очень важная вещь в этом псалме. Может быть, самая важная во всех этих просьбах о помощи. «Прославят праведники имя Твое, кто честен будет жить пред лицом Твоим». То есть Праведники и честные люди, они не то чтобы имеют какие-то особые бонусы от Бога И получают какую-то награду такую А это просто люди, которые могут войти в его присутствие Которые могут с чистым сердцем оказаться рядом с ним И которым не нужно бояться, что их догонит это самое зло И, собственно, месть Бога, которую он наводит на этих злодеев, она в этом и заключается да? вот В псалме эта мысль есть, и она, мне кажется, очень важна так, ну а вообще, что такое праведный, что такое злой, наверное, праведный, это который мне делает хорошо, злой, который мне делает плохо, 140-й псалом займется этим вопросом.